Куда ты приехал? Слушай, я думал, ты сдал дела. Ну-ка, Коля, сядь, посиди. Ну как? Что как? Ну, вообще. Вообще ничего. А ты? Я хорошо. Слушай, я ж забыл вас поздравить. Поздравить. Поздравляю. Кто бы мог подумать, даже в голову не могло прийти. Никто не мог. Слушай, а ты какой-то странный. Нет, так вид у тебя хороший, так и спокойный. Ну как это, мужик, ничего? Нет, ну, конечно, это не идеальное решение. Да уж, это не идеальное решение. Нет, он так производит неплохое впечатление. Он производит плохое впечатление. Ну, я хотел как лучше для тебя. Ну, так хуже. Что, считаешь, что он неподходящий? Абсолютно. Черт, ему, я ошибся. Но ведь ошибку всегда можно исправить. Да, уже исправил. Что, сейчас? Ну, а что тянуть? Верно. Дай приказ насчет Муравеева. Черт, ну, Лешка, я тебе скажу, ты фрукт, с тобой не соскучишься. Да, ну вам придется куда-то перевезти. Да, придется. А поцелуи достаются другим, физики и лирики. Знаешь, а я не знаю, почему бы тебе не посидеть за этим столом? Я не понимаю. Нет, может быть, это стыдно, но мне нравится, когда меня повышают. Мне доставляет удовольствие, что сам Багунцов у меня в подчинении. Я ему говорю, ну почему вы такой толстый? Вы что, много едите? Я тоже много ем. Но я же не толстею, потому что я думаю, проглотил, гад. А, Коля, Коля, вот вся твоя беда в том, что природа дала тебе тщеславие, да, а способности придержала. Поэтому все твои повышения стоят тебе такого гигантского труда. И чем дальше ты будешь подниматься по лестнице, все больше и больше тебе будет не хватать способностей. Вот как смешно, ты меня всегда тянешь выпить, потрепаться, а мне выпивать с тобой еще труднее, чем заниматься твоими делами. Ну, давай так договоримся, воткнем в землю палку и разойдемся от этой палки в разные стороны. Откровенно. Поэтому ты я и не обижаюсь. Слушай, изучил твой труд. Очень интересно, очень интересно. Только черт тебе знает, то ли я чего-то не понял, то ли ты напутал. Да нет, я не напутал. То ли ты не умеешь формулировать. Да, пожалуйста. Ты чего? Нет, может, я действительно решил напутал, это действительно очень интересно. Брось валять дурака. Я ведь мог посоветоваться с кем угодно. Ты что, значит, воспользовался случаем, что я пришел к тебе и отнимаешь папку, да? Слушай, перестань валять дурака, слышишь? Слышишь? Слышу. Слышу. Приказ можно и восстановить, между прочим. Это не сделаешь. Почему? Струсь. Слушай, брось валять дурака, слушай. Это слишком серьезное дело. Слышишь? Это очень серьезное дело. Как говорит мой папа, от планирования зависит общее благосостояние страны. Ведь, как знать, вот если бы ты, такие как ты, не суетились, не пускали бы пыль в глаза, вам самим было бы лучше. Ты мог бы работать где-нибудь, я не знаю, администратором в кинотеатре «Аврора», а зарплату получать больше, чем ты сейчас получаешь, потому что все же зависит от общего благосостояния. Слушай, просто валять дурака. Слушай, так лучше назначить. Люди помещены. Что, силы, что ли, отнимать? Нет, нет. Что ты делаешь? Ну, я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал. Не рано ли? Да кто знает, а может быть уже и пора.